В начале данного видеоролика хочу всем порекомендовать замечательный канал под названием Ермогай. На канале этого парня вы найдете множество различных видеороликов по игре Black Strike. Например, баги в Black Strike, Black Strike в реальной жизни, нуб против про. Ребята, обязательно заходите и подписывайтесь на этот крутой канал. Ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, мои уважаемые подписчики, с вами ваш Кент АПК. И сегодня я буду делать обзор уникального проекта под названием Просто Крафт. Это у нас спаун большой, прикольный, разнообразный. И самое-самое главное, что этот спаун не скачен. Это большой плюс данному серверу. Ребята, есть небольшое к вам примечание, то что вот этот вот крутой проект работает на версии 0.15x. Вы спросите у меня: Кентуха, что это за дела? Какая 0.15x, если уже есть 1.0.9? Ребята, а дело в том, что, внимательно слушайте меня, что данный проект работает для слабых телефонов. Да-да, вам не слышалось, если у вас слабый телефон, если вас лагает Майнкрафт, то, ребята, качайте версию 0.15x, заходите сюда, и вообще ни единого пролагивания вы тут вообще не увидите. Поэтому этот сервер именно для слабых телефонов. Ну что ж, давайте смотреть дальше, что же тут есть у нас. Ага, как я понимаю, это у нас магазин. Так, ну ничего себе цены, а ну-ка давайте я попытаюсь что-то купить. А, это продать. Так, я понял, немножко затупил. Это продать, а снизу купить. У вас недостаточно денег. У меня, ребята, вообще нету денег, я какой-то бомж. Так, ништяк, немножко себе еды я купил. Теперь хочу попробовать купить себе золотое яблоко. А ну-ка. Ну нет. К сожалению, на золотое яблоко у меня не хватает денег. А ну-ка, давайте попробую купить лук и стрелы. Да ну вы серьезно? У меня нету денег даже на лук. Не, ну это уже было вообще обидно. А, кстати, давайте я вам покажу, что же тут дается в начальном кикстарте. Это наш начальный набор, не считая арбуза и стрел, потому что я их купил в этом магазине. Вы только посмотрите, насколько же тут мало всего, тут вообще нет никакой халявы. Это, ребят, очень круто, потому что если вы любите честную игру, то этот проект именно для вас, потому что тут нет никакой халявы. Тут нет даже железа, вы только вдумайтесь. Тут, ребята, все необходимо добывать именно самому. Поэтому это очень классно и очень круто. Поэтому надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и что вы зайдете на этот проект. Ладно, давайте посмотрим, что же у нас есть в этом портале в ад. Такс. Надеюсь, я там нигде не умру. А ну-ка. Что же я вижу? Это у нас ад. Ну, ребят, как-то слишком странный этот портал, потому что непонятно, где заканчивается новая ПВП-зона. И у меня такое впечатление, как будто меня тут могут убить везде, потому что непонятно, где предел новой ПВП-зоны. Хотя давайте его поищем, возможно, где-то отмечено. Ничего себе, что это такое? Ну-ка, это можно добыть или нет? А, ну тут уже есть приват, да? Слушай, прикольно все сделали. Правда, я еще раз повторюсь, что непонятно, ребят, где заканчивается новая ПВП-зона. Потому что, возможно, я сейчас тут отойду, а меня оп, и кто-то убьет. Это будет очень подло и очень некрасиво. Давайте еще мы побегаем немножко по вар... О, портал! Подождите. Так, я хочу пойти в этот портал. Мне тут интересно, если я в него пойду, что я найду? А ну-ка... Ох ты, чуть в лаву не упал. Ну, нормально, выжил Кент АПК. Кент АПК Мини-Круфтер 228... Ай-яй-яй, чуть не вышло мне перепрыгнуть. Не-не-не-не. А ну-ка, давайте пробую убить. Ты кто такой? Или ладно, как-то жалко этого парня, потому что у него вообще ничего нет, поэтому пусть живет. Ладно, все, тебя бить не буду. Скажем так, тебе сегодня повезло, потому что Кент пока в хорошем настроении. А я лучше пойду в этот портал. Да ты че? Смотри, какой задирака! Бьет кента! А ну иди сюда! Ничего себе! Слушай, ну, братан, ну ты что-то вообще хитрец. Нормально, навалял люлей этому парню. Будет знать, как нападать на Кента ПК. И мы, ребята, появляемся обратно на спавне. Ну что ж, давайте побегаю по варпам, посмотрю, какие у нас тут есть варпы. А ну-ка, варп ПВП есть или нет, интересно? Варп ПВП. Конечно же, у нас есть варп ПВП. Так, а ПВП-арена у нас прямо где-то на спавне, да? Ага, как я понимаю, это уже... Подождите... Я чуть не совсем понял, я написал вар ПВП, и меня просто тпхнуло сюда. А, это у нас уже... А, я понял! Я просто думал вначале, что это спаун, а это ПВП-арена такая. Ничего себе, как круто все сделано!
Блин, я не мог поверить, что все это, ребята, PvP-арена, потому что мне казалось, что она должна быть немножко поменьше. Ничего себе, я думал, что это спавн. Очень прикольно, очень круто сделано. Прям 5 с плюсом, просто очень крутая задумка, очень крутая реализация, да и вообще сама PvP-арена очень большая и очень прикольная. В общем, ребята, IP-порт этого крутого проекта есть в описании, заходите, играйте вместе со мной. А с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Все, ребята, всем пока.